Таджикистан вошел в группу стран с низким уровнем влияния так называемого терроризма в глобальном рейтинге. Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира, The Institute for Economics and Peace, Сиднейского университета, Австралия. В группу стран с низким уровнем влияния так называемого терроризма попали Швеция, 51 место, Япония, 67, Италия, 69, Таджикистан, 74 и Казахстан, 75. Институт экономики и мира, штаб-квартира которого находится в Австралии, позиционирует себя как независимый некоммерческий аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мирных тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Эксперты отмечают, что несмотря на то, что все единодушны в оценке ситуации в Таджикистане как мирной и спокойной, режим Рахмона и таджикские силовики днем и ночью озабочены выявлением несуществующих угроз. Под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом тысячи детей лишили своих отцов, сотни простых граждан оказались в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам по религиозным мотивам. Активизировать усилия по противодействию терроризму, наркоугрозе. Аналогичными манипуляциями, по мнению аналитиков, занимаются сегодня и сверхдержавы, которые навязывают колонизированным странам свою так называемую защиту от террористов, как это делает Россия, по сути, с помощью Рахмона, лишившая Таджикистан суверенитета, разместив на его территории свою армию и внедрив во все пограничные посты своих военных советников. Уважаемые товарищи, от имени вооруженных сил Российской Федерации.